Всем привет, наша сумасшедшая пати Wizardy 8. Мы продолжаем. Продолжаем. Только что мы продолжаем. По идее, нам нужно поспать, я смотрю. Хотя, нет, там не надо спать. И мы пришли отсюда, то есть надо нам дойти вверх, соответственно. Окей. Или все-таки поспать нам надо? Вопрос. Актуален. Да нет, спать нам не надо. Попробуем убить эту чебурашку так. Попробуем убить эту чебурашку так. Клинок есть. Террор наложить. Сюда, наверное, успеем. Щит отстрел у нас наложен. Попробуем наложить сон. Конечно. Попробуем благословение все. Какого-нибудь такого уровня. Есть. Поехали. Попало ичи. У, вообще класс. Сколько у тебя хп? 122, пятый уровень. Мажет. Мажет Кенич. Фиг устажу, мажет. Одничка, это, конечно, слабовато. Грегор усыпился, кстати. Это неплохо, согласитесь. Тацио, правда, тут же будет, к сожалению, для нас. Паралич можно попробовать наложить. Вряд ли прокатит, но... Почему бы и нет? Разряд энергии, давайте. Поехали. 7 откинечев. И еще 9 откинечев. Красавчик. Ичи пятерочка. Фикус мажет, мажет дважды. Тац вот тоже мажет. Без эффекта 16 урона от магии. Кинича бьют, и кинича бьют очень сильно. Пока делаем так. Пока делаем так. Поехали. Кинешь один единичку и двоечку еще. И четверку. Отлично. Тац просто. Парализация. Нафиг. Его сейчас убьют. Слушаюсь. Его сейчас так могут убить, причем вполне вообще реально. Поехали. У тебя хп 50 осталось. Кинич дважды мажет. Одиннадцать манны. Ай, фикус. Ай, блин, больно. Ладно, атака. Ну, пытаемся паралич наложить, но вы же понимаете, что вряд ли он наложится, правда? Еще и Кенич мажет стал. Ичи попадает, хоть радует нас. Фикус, девяточка. Отлично, правда, второй удар, к сожалению, промах. Паралич не имел эффекта. 20 хп осталось, не так и много. Можем убить, должны убить. Давайте энергию наложим, не знаю. Это так. У нас, в принципе, все, кроме террора, уже кончилось. Будем накладывать пытаться террор. Кенич попадает два раза. 5 хп минус 15 осталось. Ичи еще минус 6. Кенич ангел-хранитель спасает. Фикус попадает на шестерку. 3 хп осталось всего лишь. Террор, кстати, не накладывается, к сожалению. Фикусы устанавливаем немного энергии, хотя не полно, но просто качая магию. Кенич выживает. Это очень good. Это прям очень-очень гуд. Пытаемся делать то же самое. И должен добивать. Кенич, добивай. Нет. 3 хп всего лишь. 3 хп и чем мажет. Бьют по фикусу. У него тоже парализация. Как еще одного нашего милишника, к сожалению. Вся надежда у нас теперь на Кенича или на Ичи. Чтобы она попала. Тац отошла. Отлично. Кенич, попади разок. Лично. Это минус Грегор с первой попытки без смертей.
1300 опыта и Нека, магия огня, магия разума, Ураба, магия воды, магия чудотворства. Фикус меч, критический удар. Вообще неплохо очень. Сейф, естественно, идем вниз спать. Какой-нибудь уголок забиться, чтобы спокойно поспать. Не знаю, может быть, вот даже в этот угол. Дадут ли нам тут поспать? Надеюсь, что да. Главное было, чтобы никто не умер у нас, и это получилось сделать очень гуд. Так, а что там с опозданием вещи, кстати, зачарованный клинок надо кастануть. Что там с опозданием вещи, есть вообще-то неопознанные вещи? Есть, ну давайте попробуем определить. Не получилось определить заклинанием, к сожалению, ну бывает, что поделаешь. Щит отстрел накладываем. Свет накладываем. Волшебство до 46, магия огня до 33. Отлично. Очень-очень good. Very good. Тикс. Гегрота мы прибили. А что дальше? Куда нам сейчас пойти дальше? Ну, на самом деле можно вот сюда сходить. Скорее всего, тут кто-то будет. Из вражин. Да, вот они, вражины, тараканы. Жалкий соперник. Ну, жалкий, не жалкий, а соперник. Накладываем благословение. Я думаю, такого хватит вполне. Звук ужаса можно сделать. Ух ты, так, да, действительно. Поехали. И чумажит, кстати. А вот Кенич попадает. Еще и благословение наложилось. Сейчас мы должны их валить. Слабые враги. Естественно. Ну, их осталось уже. Уже меньше. Намного меньше. Ну, пофиг ус убьют. Давай, ну попадать надо, ну что вы, блин. Специально магию не использовал, чтобы наши милишники, блин, попали. Их вот даже Робоч просто, блин, костылем ударил, пробил. Этого таракана. По Тацу 4, да ёшкин, по И 4. Фикус молодец, минус 1, ну, второму единицу урона. Получи, на, нафиг. Сейчас Нека убьют, короче. Эти реально убьют. Минус. Да, молодец. Кинич, ну блин, по тараканам попадать можно чуть сильнее. Одно хп, ну, одно хп. Вы что, шутите, что ли? Ребят, вы шутите, реально. Ну, наконец-таки. Ну что тут должны были найти бы, нет? Нет, ну ладно. Нет, так нет. Давайте поспим все-таки. А тараканы как-то по хп вообще просадили резко. Резко, сильно и больно. Давайте. А, какой нафиг террор. Познать вещь надо. Хамелеон. Отлично. Руба магия разума прокачал еще. Да блин. Свет. Щит отстрел. Зачарованный клинок. Тут еще щит был где-то. Крепкая броня, то есть. Отличненько. Сохраняемся, идем дальше. То в прошлый раз крепкую броню на нас не наложил. Ошибся в этом плане. Зелье знахарки на каналах артефакт на семерку. До семерку поднял. Гуд. Сейчас спустимся с этой стороны.
походим, там попродаемся немного. Да стоит ли это делать? Я не знаю, честно. Но в том плане, что мы ходы теряем. Заклинание наложено. Ладно, не важно. Да, я тоже вижу кого-то. Я слушаю. Так. Всех проща стоит. Сначала мы его грабанем. Осторожно, это очень опасно. Хотя, может, это не его сундук. Не важно. Грандиозно. Ладно, что мы это все забираем. Не опознали, бывает. Эй, это были вы? Да, это были мы. Это информация кой? Забираем. Скажите, вы уже... Нет, не был в армии. Если у вас нет других. Хайгарди. Ничего. Слухи. Ну, ходят слухи. Как я уже говорил, ну, ходят. Торговля. Продать. Топор. Дротики. Питательные ножи. Суконные штаны. Бомба-вонючка. Короткий лук. Сандали, топорик, сандали, короткий лук, бомба-вонючка. Так, что мы можем купить? Разве что стеганые штаны. Это магические стрелы. Да нет, ничего покупать мы не будем тут. Давай, бывай. Так, что я хотел сделать первым делом? У всех что ли есть сапоги? Сандали, кстати, можно продать, чтобы не тупить. Торговля, продать сандали. Общение. Вырывать я у него не буду. Хотя, в принципе, ну можно попробовать у него что-нибудь спереть, то есть сейф. Я не знаю, попробовать у него что-нибудь спереть. Что за... Это же моя работа! Да. Дружески. Я занят. Ну ладно. Давайте поспим. Чутка. Хочется очень познать. 1.5, 1.7 можно продавать. В принципе, я так, честно говоря, и думал, что это будет ерунда. Подумайте, вы мне нравитесь. О чем это я? Все, я теперь не могу из-за того, что я с ним пытался обокрасть. Да, он слушает. Я слушаю. Я слушаю. Здесь. Я слушаю. Ладно, бывай. Хрен с ним.
Бафы наложены. Отлично. Предметы почти все проданы. Про Арнику как бы мы узнали. Это тоже хорошо. Нека подняла магию воздуха до 30. Супер. Куда ли мы идем? Ну, в принципе, может быть и туда. Топорик. Все-таки неплохо было всевидящее око бы, да, иметь. Лично 43. Эта штука открывается особым предметом, блин. Она не кинжалом, она открывается. Я слушаю. Вряд ли, ладно. Кажется, там перегрев просто когда случится, тогда она откроется. А может быть мы ключ какой-то найдем, я уж не помню. Хотя, казалось бы, совсем недавно играл. Ну, относительно, конечно, недавно. Это нас на верхний этаж монастыря. Давайте пока что тут походим. Сначала обследуем комнату. На предмет всяких порошков. Вот, мне кажется, особый предмет. Уже ключ от сейфа. А если ничего не попутал? А дорога наверх вот там. Мало. Кстати, я тут немного опять заплутал. Ой, как же я люблю плутать, кто бы знал. Там предмет-то взять. Я слушаю. Порошок неопознан. Вот еще, кажется, зелье воскрешения. Порошок воскрешения. Опять же, если я ничего не путаю, я могу спокойно путать. Ну, когда опознаем, там будет понятно, что мы взяли. Абсолютно. Этот зал. Кожаная плетница. Плетеница, блин. Офигеть, у фикуса до сих пор была руба обычная. Круто. Думаю, что я убью, да? Ой, ёж. Ёшкин кот, а. Расслабься, это... Нежить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И знать не жить. Пожалуй, так. Эти у нас друзья, что спят. Без сознания. Гораздо лучше. Убили. Уже гуд. Yes.
слушаю. Что за башмаки? Неплохие, кстати, башмаки. Ничего так, башмачки. Подлечились малость. Ну, как могли. Так и подлечились. Так. И спать. Надо вещи опознавать. Какая пауза-то? Какую паузу? Почему пауза? Потому что вот так вот надо. Легкая броня, ловкость плюс 10. Ну, даем, наверное, фикусу. Показащий. Катана там двухручная, да? Или нет, или просто я не могу носить щиты тут. Кто у меня может носить щиты, по идее? Средний КБ-5, то есть не поднимается КБ нифига. Фикус не может носить щиты, что ли? Неприятно. Ты чё ли из ума выжил? Рыба немного качнула магию. Ну ёж твою медь! Сохраняемся, спим дальше. Да можно было тут качнуть. Тут я вступил, раз уж все равно спим. Крепкая броня не наложится, то мы опять будем спать. Нет, наложилось, отлично. Подняли, отлично. Щит отстрел, тоже хорошо. Ну что ж, что ж. Сейф, идем дальше. Немного неприятно все это дело, то что там щиты насыпать не можем и так далее, но ух ты, как пауки на нас прыгнули прям, пауки на нас прыгнули прямо. Прямо как в пауки. Конечно. Кинь шестерочка, еще шестерочка, хорош. Ничего семерочка. Тат сможет. Мах, как всегда, попадает грамотно. Накладываем устроение. Фикус убивает одного паука и... Один паук просто убегает, второй паук тоже просто убегает. Чё, и третий паук, что ли, просто убежит? Так так вот просто взял и убежал? Да нафиг. Угу, понятно, что вы хотите. Всё с вами понятно, блин, друзья. Конечно. Слушаюсь. Ах ты, блин. Лично попало. Ну добить. Не знаю, ну лечение можно. Я даже не знаю на кого. Лично. Блин, не добило, а чуть-чуть осталось 2 хп. Ну 2 хп попасть, добить.
Блин. Паук просто убегал. Давай, Фикус. Хорош. 2380 опыта. Кенич получает уровень, Фикус меч и чистрелковая некомифология. Отлично. Ха, ну и для чего эта штуковина? Ну, для чего открыть внизу дверь? Это ж очевидно, братюнь. Так, ну что у нас? Живой, живучесть. Ловкость, подвижность. Ловкость и подвижность. Замки, ловушки, скрытность. Двойное. Отлично. Зелье воскрешения. Нокаут. Разум, магия. 14 уже. Да блин, ты слушай только. Крепкая броня. Ну ёж твою медь! Чарованный клинок. Щит отстрел. Свет. Качаем магию. Просто отлично. Ну что ж, давайте на этом, наверное, завершим очередную серию прохождения. Хотя она всего лишь 26 минут идет, поэтому давайте продолжим. Как-то я подумал, что уже больше 40. В общем, 10 плюс-минус походим. Что там со щитом? Вот проблема в том, что на щит мы плохо, ну... слабо нам наложили на щит. Уровень магии на щит был наложен не очень сильно. Из-за этого как раз у нас могут быть проблемы, то что он кончится до боя. Идти в верхний монастырь. Ну, по идее, можно, наверное, да. Мы все тут открыли. Да. Верхний монастырь. Наконец-таки, да, какая там серия у нас. Мы только-только входим в верхний монастырь. Здесь никого нет. Куда же все подевались, куда, да? Все подевались? Ну, куда-то подевались. Куда-то они подевались. Да блин, с этими лестницами. Расслабься, это будет легкий. А я до брызги, блин. Ну я не сказал, что это будет прям легкий-легкий бой. Есть. Честно. Ну. Будем надеяться. Конечно. Что это будет легкий бой? Есть. О, они подходят? Как бы думал, что они издали швыряются, им подходить незачем. Но нет, они подходят. Падает Кенич, а тот, к сожалению, мажет. Ну, наложим? Да, отлично, магия сработала на всех врагах страх. Красота. Красота же, правда? Конечно. Да не конечно. А, разряд энергии, не знаю. Конечно. Поехали. Вот, смотрите, не убежал. Собака-то не убежала. Попал. Давай, Фикус, еще раз попал. И Тац попала. Продаст. Окей, ничего мажет. Ну, единица урона это как не серьезно совсем. Вот. Совсем не серьезно. Кенич попал. Дважды. Круто. Ну добить. Добить. Жизни там 10. Ну хотя еще много на самом деле. Вот не добили, и Фикус получает на шестерку в лоб.
6. Это мы добили, отлично. Фикус, ну давай, мсти. Одно хп осталось, Ичи добил, отлично. Ждем, пока он сам прям прибежит, не хочет прибегать. Фикус с ближний бой поднял. Гуд. Вполне себе. Гуд. О, смотри, какой предмет. А. Отказано в доступе. Бывает. Отказ в доступе. Тоже бывает. Рядобрызг. Ах, больше мяса для нашей стали. Я согласен, больше мяса. Тем более убитый. Добиваем. Бойцы, ну. Вот. Другое дело. Я заметил что-то двигающее. Бешеные крысы. Сколько у них хп? 6. Уровень 6. Уровень 6. Конечно. Есть! Они сами подойдут, я думаю, к нам, поэтому. Стоим, ждем. Эх, слава богу, всего две. Бой не должен быть сложным. Отлично. Магия сработала. Правда, Фикус один хрен мажет. Ну и получи 8 урона и тат 6. Получите. Ну и Кенич мажет. Понятно, что они на уровень выше, но нельзя же так мазать. Тут даже Ичи на таком расстоянии попало. Фикус, ну. Ну блин. Готов. Ну, крыса, ты будешь назад бежать, нет? Я за тобой бежать, например, не собираюсь. Магия огня, магия разума, волшебство, чудотворство, теология. Ну, как минимум, неплохо, согласитесь. Поспать нам дадут, интересно. Вряд ли крыс, скорее всего, к нам подымется. Хотя нет, крысы не поднимаются по лестнице, как я помню. Давайте, блин, попробуем познать вещь. У нас же была неопознанная вещь. Было, да. Магия разума поднялась, поднялась. И магия разума поднялась. Вот и точно, ее что иметь. Магия воздуха поднялась. Отлично. Что-то лежит в камне. Давай сначала налево сходим. Там что-то есть. Какое-то существо. А, там 8 крыс. Надеюсь, ребята не такие сильные, как кажется. Они сильные. Нереально сильные и неприятные. Поехали. Главное, чтобы они быстрее наших магов сходили. Ну, вернее, мага одного. Чтобы звук ужаса по всем попал. Ну, или почти по всем. Окружают сволочи нас. Постепенно. Фикус еще и мажет, и бьет по единичке. Это вообще, можно сказать, не урон. К сожалению. Это уже другое дело, попить на реку. Тошнота. Отлично, еще у рабочих сейчас вальнут. Есть! Конечно! Есть!
4. Главное, чтобы Нека еще не убили. Блин, все в тошноте. Смотрите, тварь! Нет. Я отомщу за нее. Блин. Так вот это уже намного лучше позиция, как мне кажется. Ну, как-то вот так вот, наверное, надо. Поехали. Тут нас хотя бы окружить не смогут. Мы в дверях стоим. Ну, Кенич попал на четверку. Конечно, ерунда, но... Хотя бы попал. Для нас уже огромный успех. Да, вижу, вижу. Отлично. Дыханица так себе, ну. Хоть сколько-то. Тошнота. Получите, распишитесь, как говорится. Тошнота. Ну, Кинич, Кинич, а. Что ты можешь-то так, а? Фикусы сейчас вальнут. Ну или не сейчас, но могут. А он не хрен мажет. Ну когда тошнота, понятно, там снижается шанс попадания и так далее. Это я понимаю, как бы. Не дурак. Фикус спасает. Спасало. Конечно. Ну добей ты его, 4 хп-то, ну ёшкин корень, отлично. Ичи. Минус фикус, блин. Смерть забрала нашего товарища. Нет, так не пойдет. Ладно, давайте на этом закончим. Все-таки, видать. Всем большое спасибо, кто смотрел. Ждите новых серий. Пока-пока.